Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я, LEGOSTAL номер один, или же Number One. И это обзор версии 3.0 LEGOSTAL, или же меня в Bionicle виде. Ну что ж, приступим. Как вы видите, он стал намного очкистее, если это так можно выразиться. Он стал качок, намного больше, вы видите. Посильнее, покрупнее, да. И первое, что мы рассмотрим, это ступни. Ступни, значит, поменял. Теперь у меня вот такие вот ступни. Они мне больше нравятся, чем вот такая вот ступня, которая была там надета. Вот, в общем-то, смотрите. Вот, поменял. И также там для придержки поставил вот ту деталь. И с другой стороны тоже, чтобы он мог нормально стоять. Вот, ноги не изменялись. Дальше руки. Отсюда убрал щиток вот в этом соединении. И присобачил его вот сюда. Видите, снял я бандаж. Но пока что еще рука не очень хорошо двигается. Вот. То есть, вот все. Рука нормальная, но она не очень хорошо двигается. Вот. Копье. Убрал, короче, вот эти вот штуки с копья, которые торчали. Вот. И все, собственно. Копье не изменилось вообще. Значит, сюда присобачил еще одну деталь. Ну и самое огромное изменение — это в плечах. Да. Но сначала я расскажу руки. Руки, значит, теперь нормально крепятся. Вот, вы можете это заметить. И это вообще... Помните, как они крепились? Сейчас покажу фотку. Обратили, да, внимание, какая между ними сейчас огромная разница между версией 1.0 и версией 3.0? Или это была версия 2.0, не помню. Посмотрите, какой он стал качок, крутой, вот. Намного сильнее. Уже и вид такой вот покруче. Вот так вот, если посмотреть. Вот. Надеюсь, вы отмотайте назад видео, если не посмотрели на кисти, какие там были убожественные кисти, а сейчас они вот такие вот крутые. Вот. Что от плеч осталось? Это вот эти вот ступни и вот эти вот детали. Вот. Только к ним еще вот эти вот серебряные поставил я. Вот. Значит, теперь эта маска черная. Вот это вот закреплена полностью. Вот здесь вот эту всю мощность я добавил. Вот. Как бы. Да. Сзади убралось это тупое крепление. Сейчас я покажу. Вот это вот тупое крепление сзади убралось. То есть, чтобы было понятно. Оно было сзади и было очень некрасиво. Вот, голову, возможно, я тоже в скором времени буду переделывать, вот. Ну, собственно, да, вот там я еще поставил шестеренки, как вы видите, какие-то вот здесь еще штучки. Вот сюда прибавил чуть-чуть брони, вот эту вот поставил. В общем, получился очень крутой, по-моему, стильный, красивый я. Вот, в общем-то, как-то так. А если вам понравился обзор на мою версию 3.0, ставьте лайки и пишите комментарии, как вам. Намного изменилось, намного стало круче или нет. Вот, сегодня будет еще видео, кстати. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был я, LEGOSTAL номер один, или же Number One. Всем пока.